We've got company. Going silent. Get down. Over there. Sending in the drone. Got it. Now you see me. On my screen. Burn the bastards! Light him up! Grab and cover! That hurt! Drone! Burn the bastards! Now you see me. I can do that. Light him up! Need some cover! Focus. Burn! Come Bend. On! Combat drone deployed! Down you go! Checking blueprints. There's a landing pad to the east. Let's get out of here. Joker, bring the shuttle in. Now! Вы еще знаете тот момент, когда ты прошел, короче, и понял, что ты ни хрена не говорил в этот момент? Потому что у тебя просто не записывался звук с микрофона. Это так бесит. Ладно, попробую что-нибудь записать на самом деле. Так, пенициллин один возвратили. Набор вооружения. В принципе, у нас здесь все. Так, вроде бы в норме. Ну, вроде бы я не жалуюсь на это. Ладно, поехали. Здесь ничего же нету, да? Ну да. О, боже. Это только начало, я понял. Касуми, ты серьезно? О, хорошо встали, мне понравилось. Ребятки прям шикарные. Ах ты гад, он увернулся. Серьезно? Ух! Да пошел ты нафиг. Так, а ну бежим, 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 бежим. Смотрите, как мы его будем сейчас обманывать. Вот только так, а никак иначе у нас и не получится. Так, о, у нас много. Будет больно. Тихо. Так, мне бы понять, где он. А, он на меня прям вышел, да? Так, надо его добить. Надо добивать его так, чтобы он в меня не попадал. А единственный способ это сделать... Так, понятно. Надо по синтам бить. Оп, минус. Ну, с этим я уж как-нибудь там разберусь. Так, по барьерам им. Давай, давай, давай. Так, меня там не обходят случаем? Нет, вроде не обходят, отлично. Минус. Где еще один? Так, потрошки взяли.
Надо бы касами ожимить, но думаю, что без нее, в принципе, справлюсь, поэтому... Все окей. О, касами жива, отлично. И меня не обошли, что тоже есть плюс. Ага. Они закрыли нам проход. Мы тут не пройдем никак. Так, взяли для дробовичка. Надо потрошки поискать. Вдруг здесь что-то есть полезное. Но вроде бы нет, больше ничего здесь нету. Кроме какого-то КПК, который я могу взломать наверху. Пойдем. КПКшечку взломаем. Так, начать взлом. Нет, 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 нет. Вот она. Хоп. Так, это. Все. Иногда довольно сложно сопоставить бывает местами некоторые вещи. Ну, вроде получается. Ладно. Ничего хорошего нас здесь не ждет, насколько мне не изменяет память. Нам что-то там есть. Нет? Что это такое? Можем это как-то взломать и помочь самим себе, нет? Хрена себе. Это вообще легально, да? Так, ладно. Надо дробовик оставить на что-то более ау. Касуми, ну куда ж ты пошла-то, дрёха? Я понимаю, что ты любишь в ближнем бою. Так, надо вот здесь спрятаться, чтобы, ай, прям по вот этому мочить. А то я мочу, а по мне трое мочит. А так по мне только два будут мочить. Что является неоспоримым плюсом. Так, ай. Опять сраная слепа, но я вроде все вижу. Черт. Здоровый парень. Правда, прятаться от нас с кассами бесполезно. Хороший напарник она, но немножко глуповатый местами. Так, ну вроде бы здесь... Да, никого больше не осталось. Да падла. Хорошо, что я здесь сохранился, да? Вот прям вот здесь вот. Я что-то зря shift и вперед нажал, из-за этого я выпрыгнул через преграду, должен был просто перелететь, но видите. Получилось вовсе не так, как я думал. Из-за этого я улетел. Так, переходим по вот этой стороне. Нельзя здесь никак перепрыгнуть? Нет, нельзя. Аккуратненько. We've been spotted. Да я заметил, что я замечен. Крит урон. О, она пошла в разгон. Серьезно? Локи? Рили? Так, где там мой дробаш? Пошел вон отсюда. Ага. Так, запчасти открыть. Неплохо. Аптечка, еще лучше. Это что? Тоже нормально, надо было туда шибануть на самом деле. О, платинки подобрали немножко. Ну как, что, мы тут веселимся немножко, нет? Так, там вроде ничего нету. Есть только потрошки. А, запчасти опять 1200 кредитов. Неплохо, нормально, косами. Вот мне любит постоять, я смотрю. Тут парочка роботов. Так, одну убить, другую привести, окей.
Давай. Ха, а так я, кстати, не слепну, если сам отворачиваюсь. Так, ну вот так громила меня напряжет на самом деле. Надо будет сейчас разобраться, как с ней разобраться. Так, ну что ж, остался, по сути, громила. Надо будет его сейчас как-то убивать. А, у меня сейчас не было улучшенного оружия, да? Я понял. Мы довольно хреново, по идее, по нему стреляю. Так, Касуми, отойди, пожалуйста, вот сюда вот. Глупая эта женщина. Так, хорошо. Пока он нас так стреляет, не очень хорошо, на самом деле. Ну ладно. Касуми, блин. Психотошный. Ой-ой-ой. Сейчас могло быть больно. Так, хорошо. Ладно. Пока у него дробовики. Да, осталось еще дробовика. Пару патронов. Отлично. Дробовик просто идеален, я бы сказал. Да, проверь свои мониторы, девушка. Давай. Во тьму. И убивай его там к фигам. Видали, видали, да, как он улетел просто, я не знаю. При этом она вернулась обратно оттуда, откуда как бы и появилась, типа. Ну, где исчезла, туда и возвращается. Прикольно она улетает так. Так, здесь ничего нету. Вот тоже непонятно, зачем здесь делать вот такую фигню, если можно было туда какой-нибудь секретик спрятать. Но, видите, нифига. Ладно, сохраняемся, пока есть возможность. Надо запомнить, что дробовики очень хорошо вышибают последнее здоровье здоровяка. Поэтому оставим их на случай появления робота. Ну, а я смотрю, она разозлилась там нехило. Оу-оу-оу. Теперь меня нехило так побили. Taking fire. Deploying warfield. Чем-то мне не очень этот штурмовик затмения нравится. Так, а ну-ка оживим Касуми. Да пошла ты! Охреневшая вообще. Так. Чё-то там вообще все плохо. Так, надо, чтобы Касуми ее вырубила, потому что если я ее буду вырубать, будет как-то прям совсем все хреновенько. Почти, ну добей Касуми, но... Ладно, сам добил. Так. Ну, сойдет, я думаю. Так, надо, чтобы... Вот того Касуми убило. У нее как раз сейчас перезарядится, по идее. Она вроде его и грохнула, да? Ну да, мы сохраниться можем, значит, она его и грохнула, скорее всего. Замечательно. Мне нравится, что способность Касуми, она как бы ваншотает фактически любого врага. Это очень круто. Но, тем не менее, я с ней не хожу. Может, и глупо, но... Так, воспользуйтесь
бла-бла-бла. На Нормандии можно улучшить. Короче, ладно. Полезные улучшения нам всегда пригодятся. Что у нас здесь? Здесь у нас какая-то дверь, здесь еще что-то. Здесь фургончик. Хорошо. Нам-то куда? Скажите нам, пожалуйста. Так, нам сюда. А, ну вот дверь, собственно, да. Keep them busy. I'll take care of this myself. Here they come. Так, Касуми, постой пока вот здесь. Мне нужно, чтобы ты убила только тех, кого я хочу, чтобы ты убила. Маскировка уже применяется. Так, твою мать, Касуми. Ну, ты убиваешь не тех, кого мне надо. Мне нужно, чтобы она убила вот эту падлу. Так, хилимся. Вот это хорошо мне сейчас прилетело. Так, Касуми сейчас на перезарядке. Сейчас будем следующего бойца затмения вырубать, как только она перезарядится. Вот здесь вот очень часто надо применять ее способность, просто без нее мы здесь реально не выживем. Ау. Успею второй раз. Да, отлично. Ну, она того убьет как-нибудь. Так, мне нужно переключиться на снайперскую винтовку, вынести вон того чувака, который стреляет по нам. По нам из гранатомета. Отлично. Зря ты по нему решил попасть. Так, вроде бы здесь никого опять. Отлично. Значит, можно походить, посмотреть, что у нас здесь есть. Что-то. Вот здесь вот у меня очищенная платина. Хорошо. Плюс 500 платинки. Там какой-то ящик можно открыть. Здесь ничего нет. Лучше изучать получше. Ну, она, по-моему, и будет, кстати, убивать эту гадость. Так что, в принципе, все хорошо. Касуми, отойди, пожалуйста, вот сюда, а? Хотя, давай, ладно. Бойца затмения вырубай. Я постараюсь его по здоровью пониже сделать. Сейчас она его вырубит. Наверное. Нифига она его не вырубила. Ну, ладно, мы сами... сделаны. Не из ваты. Так, надо бы, чтобы она вот эту гадину вырубила. Так, кто меня там с ракет шмаляет? Так, хорошо. Ее вырубили. Замечательно. Так. Ждем, пока Касуми нормально будет себя чувствовать. Так. И думаем, кого вырубать следующим. Ну или так. Обходим этих засранцев потихонечку. О, как я хорошо сейчас мимо чуть не пролетел. Ау. Ну, она хотя бы умерла. Так, Касуми еще кого-то там заметила. А, ну убей ее, пожалуйста. А я тем временем сменюсь на дробовик и добью ее. Ну или не добью, но... Тут либо я, либо она. Кто-то бы из нас все равно помер, но в данном случае померла она, а не я. Так что мне хорошо. Так, платину я здесь взял. Платину здесь тоже взял. Потрошки я собрал. Сейчас ящичек открою. Посмотрю, что в ящичке. 1200 кредитов, неплохо.
Доступ к КПК. Давайте, почему бы нет. 1800 кредитов. Как говорится, еще лучше. Так, здесь все чисто, чисто, чисто. Сохраняемся, идем дальше. Касуми мне прям тут очень хорошо помогает. Меня это прям устраивает, мне это прям очень нравится. Так, здесь мы ничего сменить не сможем. И выходим. This the easy way, Goto. Allow me to show you the hard way. Up ahead. Воу, это красивый подгруз был. Gotcha. Так, надо продумать, что сейчас будем делать. Надо как-то убить бота. Бей, пожалуйста, а то он на меня идет. Так. Shields have failed. Careful. Rerouting power. Охренеть. Как я сейчас выжил? Вообще без понятия. Так, Касуми, ты у нас жива, да? Давай-ка атакуй вот того чувака. Lay down your weapons. Отлично, патрончики нам выбросил. Нам они впоследствии пригодятся. Ну, я на это надеюсь. Так, Касуми почти восстановилась. Давай, атакую его. А я пока по этому дебилу постреляю. Главное смотреть за своим ХП в это время. Так. Нет, мне нужно не вот это оружие, а дробовик, пожалуйста. Отлично. А, что-то плохо. Что-то все плохо. Как мы хорошо щиты потеряли. Хотя он тоже почти потерял щит. Заставить его полностью щит снести ему. А, блин, не успею, походу. Мразь. Ну ладно, он хоть смотался. Так, Касуми жива. Это сбоку от меня бот. Так, минус один, хорошо. Черт. Это не очень хорошее положение, если честно. Что у меня, что у Касуми, она убила бота, я понял. Ну, чтоб ты этих ребят убила, ну ладно. Тут уж как пошло. Так, почти восстановилась. Пробую убить вот того. А с этим мы как-нибудь разберемся с тобой. No shield. Ну, добей ты его. Так, быстро собираем патроны. Опять назад. Even if you escape, I'll scour the galaxy for you. Так. Робота почти добили, эту почти добили. Касуми, ай, больно. Попробую вырубить вот эту гадость. Как только так сразу помогу. Так, надо...
Замечательно. Касуми, добивай. Отлично. Ну что ж, теперь дело за тобой, гад. Got a clear shot. Here we go. Down. Let's tear that thing apart. Here they come. Look right. Так. Справа это отсюда, ну да. Хорошо, меня так накуцали. Мне понравилось. Отлично. Минуснуть надо хотя бы еще одного. Например, вот этого. Ага, Касуми у нас в попе немножко. Давай, минуси его сразу. Есть два варианта по уходу этого засранца от нас. Сука. А, так вот, есть два варианта по уходу этого засранца от нас. Либо... он будет нас убивать до конца времен ракетами и всем прочим. Либо мы ему наносим определенный дамаг, и он уходит. Вот как было сейчас. Либо мы должны собрать достаточное количество его единомышленников и к фигам их убить. Чуть-чуть. Look left. Так. В принципе, можно и отсюда зависнуть. Почему я не попал в укол, ты ё-моё. Так, Касуми, давай вынеси вот этого засранца. Ух! Нет, лучше с этой стороны не сидеть. Черт, перезарядка. Так. У тебя тоже с одного шота. В общем, если мы перебиваем в итоге всех его людей... Так, у меня есть, кстати, усиленное оружие. Да, у меня есть усиленное оружие. Правда, я посмотрел, по нему вообще нифига не бьет. Почти что. Так. Надо его добивать, на самом деле. Пора бы уже. Но пока патрончики не на нашей стороне, к сожалению. Сейчас прямо перед нами появится. Я об этом и говорил. Ну что ж, будем ждать их отсюда. Давайте перезарядимся. Какие хорошие боты, они даже извиняются передо мной. Хотя... Так. А, Касуми за кого-то побило. Блин, опасно. Critical system damage. Down you go.
Убей, пожалуйста, вот эту засранку, потому что он, если он подойдет ко мне ближе, мне жопа. Ну, убей ты его, ё-моё, женщина. Один выстрел. Ну, или два. Оу. Кажется, мне еще ракета прилетела чуть-чуть. Пошел вон отсюда. Теперь нам нужно добраться до сюда, чтобы этому засранцу по башке настучать за то, что он сделал. Так, сохранимся на всякий случай, нет? Нет, мы не сохранимся на всякий случай. Хотя нет, стоп, он же взорвался там внутри, совсем забыл про это. Не понимаю, почему мы сохраниться не можем, да ладно. В общем, это конец миссии, и он куда-то туда пропал. Kasumi, if you're seeing this, it's because I'm dead. The information we found is all here. It's big, Kasumi. If the Council ever got wind of this, the Alliance could be implicated. Kasumi, I encrypted the information to keep it safe. And I uploaded the encryption key to your gray box, so no one could get the whole package. But if I'm dead, and if anyone knows about this, then I've made you a target, my love. I'm so, so sorry. Keiji. I know you, Kasumi. You'll want to keep these memories forever. But you don't need some neural implant to know I'll always be with you. Please. Kasumi. Destroy these files. There's nothing more I can do to protect you. I can't do that. This is all that's left. Goodbye, Kasumi. I love you. Is there any way we can just destroy the information? No. Keiji's a master at encrypting files. He laced the information into his memories. You can't get one without experiencing the other. If it's that important to you, keep it. Just make sure you're ready to live with the consequences. Yeah, I am. I'll stay off the grid. No one will know I exist. I think I want this. Thanks, Shepard. Ну что ж, и вновь новый уровень, друзья мои. Кража прошла успешно, серый ящик Кейдзи Акуды найден и остается у Госуми Гота. Донован Хок погиб во взорвавшейся летуне, Касуми присягнула на верность. Открыта способность Касуми, вы бросаете гранату, наносящую небольшой урон, и обездвиживающие все цели в радиусе поражения. Открыто новое снаряжение для Касуми. А также цикада получена. Это пистолет-пулемет, спроектированный для ведения боев на дистанции, превышающий стандартную для оружия его класса. Высокоточное оружие с непростой судьбой. Урон технического умения. Воспользуйтесь бла-бла-бла. Короче, эффективность всех технических умений увеличивается на 20%. Кредиты, полученные от сервера и прочее, неплохо, в принципе. Ну что же, я думаю, что на самом деле на этом, наверное, все.
Скорее всего, я разделю миссию на две части. Возможно. А может и нет. Не знаю. Подумаю. В общем, ладно. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока-пока, дорогие мои друзья.